Кроме подарков, пора задуматься и о новогоднем образе. Наша съемочная группа вместе со стилистом побывали в одном из магазинов города, чтобы помочь девушкам подобрать актуальные вещи и аксессуары на будущий год. Анна Репина – стилист, и сегодня помогает девушке Полине выбрать образ. Если ориентироваться на символ 23-го года – черного водяного кролика, то здесь можно разгуляться. Цветовая гамма огромная. Полина хочет подобрать три образа, которые можно использовать в течение всего года. У нее уже есть черное платье, осталось найти подходящий жакет. Сверху будет надет розовый жакет, опять так же, да, мы спокойно можем его в дальнейшем использовать в нашей жизни, да, надевая или там на работу, если у вас нет дресс-кода. Первый образ девушка предпочла классический, элегантный, сдержанного стиля. За основу взяли платье-комбинацию, которая уже стала базой во многих гардеробах. И смотрим, что получилось. Жакет цвета фуксия, который так выигрышно оттеняет черный цвет. Эти две вещи в дальнейшем можно использовать с другими, создавая новые комплекты по настроению. А мы переходим к следующему образу. Второй образ для встречи Нового года и вечеринок, возможно, в загородной обстановке. Вы можете надеть вот такую вот акцентную юбку, праздничную юбку, огонек из пайеток. Мы ее разбавим, успокоим, нейтрализуем трикотажным полувером спокойного цвета. Вот. Сюда также мы можем добавить, если так фантазию, да, включить, это могут быть какие-то меховые туфли, да, добавить сюда уютные носочки, вот, и образ будет очень такой в то же время и праздничный благодаря нашей юбке, но в то же время очень уютный. Мягкий, уютный за счет трикотажной ткани. Именно им стилист успокоила столь акцентную юбку с пайетками. Ну и финальный образ – стиль уверенных девушек, но характер его можно менять, добавляя и убирая аксессуары. Черный комбинезон, яркий макияж и зеленые туфли. В таком невозможно не остаться незамеченной. Главная цель достигнута, три образа идеально подходят девушке. Осталось лишь дождаться Нового года, чтобы продемонстрировать эту красоту. И помните, красивые вещи делают любую девушку счастливой. Анна Шинкаренко, Виталий Артемьев, Арктик ТВ.